Хорошо, привет, зритель, снова пятый обзор за сегодня. Ланзи заказывала на Алиэкспресс за 2009 рублей с доставкой по России. Вообще оно стоило 2 с лишним, 2 с половиной с чем-то, но у меня внезапно были какие-то баллы на самом этом Алиэкспресс. И какие-то еще бонусы и купоны, о которых я даже знать не знала. Которые выдаются там за какой-то уровень, сколько-то потратив денег на этом, на аккаунте на своем, на Алиэкспресс. И оно мне вышло за 2009 рублей. Я еще тогда подумала, ну блин, как жить-то, осталось там 3000, потом меня развели кое-кому оплатить. Вроде как, мы тебе денег подарили, а потом верни обратно. А потом сказали, не, я типа пошутил, могла бы не платить, но я уже оплатила. В общем, короче, как-то так. Я думаю, ну все, теперь да, вон камера, на камере точнее отображается, и, возможно, и камера отображается, но отображается, я вижу, кольцевая лампа. Короче, я как-то потом вырулила из своего финансового положения и все-таки смогла себе купить мясо. Спасибо тем, кто донатил. А это у нас штука. Это пауэрбанк и попутно на 10 тысяч мАч-час у Ланзи. И попутно монопод, он же треногая, может и не тренога. Но сейчас узнаем, короче. Оно очень странно шло ко мне, оно должно было зайти за 3 дня, вообще за 4. 2 суток оно там лежало на их складах, и все шло ко мне. Никогда почта не могла отправиться. Потом оно дошло до почты. И пришло в Ярославль, я думаю, ну все, на следующий день получу. И какая-то криворукая, безмозговая животное, не знаю, как назвать, случайно или специально отправила вместо Углича эту посылку в Самару. Из Самары оно дошло аж до Казани. Вернулась в Ярославль, когда я увидела по треку, что оно наконец-то снова в Ярославле. Думаю, о дьявол, пожалуйста, пусть это животное тупое из вредности или из какой-то случайной ошибки больше не отправляет мою посылку, не пойми куда, да пошлет ее все-таки в Углич. А потом внезапно выяснилось, что отделение наше решило за какой-то хрен ремонтироваться, ну мало ли. В нашем бюджете лишние деньги. Песком, где надо, посыпать не могут. Скользко ходите, люди, летайте. А там, где и так нормально, решили отремонтировать. Ну и, в общем, в итоге, я думаю, ну если его перенесли, этот, ну как бы, мы теперь все будем посылки получать в Солнечном, значит, в понедельник я ее получу. Да не тут-то было. Наше почтовое отделение, эпопея продолжается. Переехала в отдельное окошко в почте в Солнечном. И работает это окошко на выдачу посылок и всего остального по расписанию тому, которое было тут. То бишь в понедельник оно не получилось. В понедельник они туда не доставили. Во вторник они доставили. Но я какая-то была совсем неживая. И я решила, что мне еще с Озона там что-то забирать, возможно. Дойдет. И с Вайлдберриса. И в итоге думаю, заберу-ка я это в среду. И вот в среду сегодня я забрала в первой половине дня специально до обеда. Немножко вмятина. Спасибо Почта России. Спасибо той криворукой мартышке, что осознанно или нет отправила это не пойми куда. Как я пришла к выводу, знаете, зрители, раньше было 90-х, ну там такой ширпотреб, какие-нибудь вещи, которые на раз, на один день использования, какие-нибудь игрушки, которые сейчас живут, завтра не живут, дешевые, как черти что, в Китае. Потом Китай поднялся на уровень какого-нибудь Apple и прочих фирм. У меня есть любимый мой телефончик, который со мной 2 с лишним года, Huawei Honor 9A. Он в Китае сделан. У меня есть мелкая камера, которую я обозревала на стриме, а потом потребовали отдельные обзоры, я все никак не запишу. CGCam C100 без плюса, обычно не статичная, я ее обозрю все-таки как-нибудь отдельно. Она тоже вроде как китайская, да, она китайская тоже. Потом у меня есть теперь DJI Osmo Pocket 2. Спасибо тем, кто донатил, а еще моему другу, который меня поддержал финансово, а еще мне, потому что я тоже вложилась. Потом я склею этот отдельный обзор и выложу на канал, там кое-что надо писать. Она тоже китайская фирма, и Ланзи это тоже китайская фирма. Один из ведущих.
производителей дополнительных аксессуаров и всяких запчастей для других ведущих компаний для фото- и видеоиндустрии. Та-да! Крышечка. Инструкция, я подозреваю, на китайском. Даже все-таки проводок есть. Что можно? Ты, наверное, уже понял, да? Вставляешь сюда эту DJI Osmo Pocket 2. Или вставляешь сюда телефон, с которого отправлять, спасибо, Наташа, за экран. Потом на него этот, ну, можно поставить прямо как бы держалку, телефон, DJI, на штатив вот этот, подключить проводами. Я один проводок заказала, чтобы этот, короче, подсоединять камеру к экрану через проводок, а не через вот эту фигню, и чтобы они при этом, ну, как бы, допустим, другой еще камера еще попутно в другой дырке питалась. И даже не для этого еще можно как бы управлять проводок длиной на метр, он сегодня пришел, заберу завтра. Короче, тоже на Озон, и как бы можно положить этот телефон, камеру поставить на какой-нибудь штатив, допустим, на этот, она еще попутно питаться будет, и управлять ей. В общем, тут у нас инструкция по применению. А, тут даже на английском есть. На английском и на китайском. Что есть что? И тут как бы можно заряжать сразу два устройства. Можно заряжать камеру и смартфон, допустим. Ну или что-то еще. Тут у нас трипод, потом USB-проводок Type-C 1 и сам вот этот палка пауэрбанка. Плотная такая, прям можно сказать, практически картонка. Коробочка-чехол. Ух ты, тут фиолетовый этот хвостик, USB-шка. Даже не скажешь 2.0 это или 3.0. 3.0 обычно синим отображается, а тут фиолетовое. И Type-C. У меня хвостик как раз, ну, нужный мне Type-C у DJI-ки. Я до этого использовала пару банков, писала на DJI. Использовала треножку от стедикама, который я все никак не смонтирую, но он пару раз был в кадре. Один раз, по-моему, даже на стриме, когда меня спрашивали, просили показать мои штативы. Она похожая. У Уланди тоже, кстати, у них есть отличный свет. У них, у меня нет, правда, света от Уланди. У них есть, ну, кольцевые лампы, они продают, как бы производят. Квадратненькие, случайно ногой штатив задела, пардон. Квадратненькие такие тоже светодиодные лампы. И подобные, как мой Фейон Вамбал, Фейютеч Вамбалан, тот самый стедик двухосевой. Только я не знаю, у них есть двухосевой или нет, потому что двухосевой, по-моему, только у Фейютеч Вамбалан был. А тут Ланзи мини-трипод. Я ее почему-то до этого называла Уналзи. Я видела эту фирму, видела у нее аксессуары всякие для экшн-камер, для камер просто и тому подобное, но что-то проходила стороной, мне как-то она, ну, вообще знать не знаю. И да, кстати, у меня микрофон Пушка от Комики, она тоже китайская, тоже отличного качества, ну, в общем, одна из лучших. Все нужные практически штуки для видеоблогерства у меня китайского производства. Слушайте, он такой увесистый. Не надо хулиганить, им можно кого-нибудь стукнуть. Ты-то не видишь, зритель, камера не сюда уже не улаживается. Тут у меня ножницы лежат. Ножичек, которым я тут вскрывала эту пленочку. Потом другого обзора вещи всякие. Я знаю, что один... У них есть такой как бы... моноподик, и он выдвигается. Я когда искала, я сначала чуть было не заказала, а потом увидела, вообще искала... Ой, блин, ну не жёг ли, а?
искала пауэрбанк для камеры. Родной пауэрбанк, ну там зарядный чехол от DJI, что-то 18 тысяч лишь стоит. Но он мне как-то не очень удобно, в него поставил, и ты камерой пользоваться не можешь. Потом просто пауэрбанк, зарядное устройство, подзарядное или дополнительный аккумулятор. Его как бы можно держать, но его просто, он как моноподик, его не поставишь, он в два раза меньше. Он тоже что-то около 15 тысяч стоит. Тут 2000. Тут как бы точечки, которые показывают заряд, ну вот, когда он включен, и к нему что-то подключено. Он включен, и там 4 как бы индикатора, полностью, не очень, или как-то так. И когда он заряжается, он как бы 4 мигают, а когда он не заряжает, ну, когда он заряжает другое что-то. Тут USB можно подключить, вот тут, допустим, телефон мой, хуавеевский, а сюда вот можно подключить... По этому проводу ту же камеру. Точнее так вот, ну, как бы сюда можно подключить какой-нибудь Samsung. Даже нет. Сюда надо подключить что-то, что вставляется вот этот в обычный USB. Либо использовать родной провод. Камера у меня сейчас я попробую проверить вместе, затестить. Ну, мне же надо узнать работоспособность его. Ну что, зритель, готов ли ты к настоящему хип-хопу? Цитата. Он у нас на 3/4 заряженный. Я не знаю, видно там эти мигающие огонечки? И сзади у нас горит синеньким огонечком. Я сейчас глянула, бегала эту инструкцию по применению. Там, короче говоря, да, я сейчас на родной провод заряжаю. Он... Как бы, там что-то написано про зеленый огонек, про синий я еще не нашла, ну, в общем, я потом эту инструкцию почитаю по применению. Смотри, когда она заряжается, у нее мигает зеленый огонек. Я сегодня тестовую ради писала на HDR режиме 2К 30 кадров в секунду на кухне, и она у меня там что-то за 10 минут записи с 80 до 60 разрядилась. Если ты хочешь сказать: «Лёля, мне так нравятся твои видео, но ты какие-то давно мои запросы не писала», то можешь разориться на карту SanDisk на 256 гигов вот для этой камеры. Мне будет как раз место, на что писать, потому что ты, наверное, в курсе. У меня дофига всего. Монтировать времени столько нету. Я постараюсь. Я одну флешку даже освободила для одной камеры. Как раз SanDisk на 64 гига. Но как бы это. Нету места на то место. То ты можешь мне эту флешку задарить. Если ты не в состоянии осилить эту флешку правильно, 3 с лишним тысячи не каждый потянет, а бы так-то, то вот здесь вот я сейчас двинусь, будет облачко, можешь поддержать мой канал, надо Annotation Alerts, VKPay, Юмони, подписаться на Boosty или типа того. Если ты ждешь АСМР, вот я сдвинулась специально. Тут будет облачко, подпишись на Boosty АСМР, 200 рублей в месяц обеспечит тебе регулярный выход этих АСМР и как бы ранний доступ к ним. Если ты просто хочешь мне что-то прислать на обзор и увидеть мою радостную улыбку и услышать мое «спасибо, зритель», то в инфобоксе есть ссылочка на адрес до востребования, либо можешь у меня узнать в чатике телеги, который тоже есть ссылочка в инфобоксе на этот чатик телеги. Адрес ближайший ко мне базы выдачи Вайберис или Озон. Ну, можешь подписаться на канал, если еще не подписан. Потому что если ты хочешь участвовать в стримах, а иногда меня смотришь, стримы теперь у меня с чатиком только для подписчиков. Чё я тут это? Наверное, хочешь глянуть на нее, не показываю, да? Не показываю ее. Но как бы я ее отдельно покажу. Не получается у меня одной рукой ее достать. В общем, она заряжается. Я сейчас даже ее как бы тестово поставлю. Прям в чехле. Достану из чехла. У нас же для нее это все покупалось.
для моего маленького, новенького, любименького животного. Я еще что купила, у нее есть такой режим, но она как бы долго может снимать, и оно в итоге будет быстро. Я забыла, как он называется, slow motion или еще что-то там, или таймлапс, там еще какой-то гиперлапс есть. Я еще не все изучила, не все инструкции по применению прочитала. Ну, в смысле, прочитать-то все прочитала, но там очень много, там еще есть отдельные уроки на нее. Надо их по уроку хотя бы в день смотреть. И вот я думаю, в деревне это поставить где-нибудь, включить ее и так вот, ну, весь день записать. О! Ути моя зайка. Вот. Довольно такая, как бы, ну, нормальная длины палочка. Можно ее использовать без триподика, просто на руке. Покороче, как бы. Можно, я думаю, при случае ее поставить на тот же триподик, только от Фею Теч Ван Балон. Хотя тут, как бы, есть теперь триподик, не обязательно тот откручивать. Можно ее, допустим, не знаю, поставить на штатив, вот на котором сейчас стоит Sony камера, на которую я снимаю. И, кстати, я специально отдельную площадку купила, дополнительную для этого штатива, как раз сюда, для этой камеры. Можно поставить на площадку и вот так вот. И оно вот совсем высоко-высоко. Модель BG3. Ну и тут, по-моему, один, ну, на сколько там этот ампер, ну, в смысле, ватт или ампер. Ну, короче, одна быстрая зарядка, другая медленная зарядка или обычная зарядка. Как-то так, короче говоря, эти дырки. В общем, вот. Крутая штука, увесистая. Очень рада, что я ее все-таки купила. Я долго сомневалась, а потом думаю, блин, я ее вот, ну, на Озон, похоже, не было, была, ну, такой же не было, была другая немножко. Там просто вот был трипод с зарядкой. А разница в цене была, на Алике она была 1400 с чем-то, а на Озон она была 2800. Ждать месяц. А на Алике с доставкой по России там 4 дня. И, короче говоря... Я смотрю потом, думаю, а там вот это, думаю, что там, 5 часов. Ну, она еще 5, на 5 часов только матчас, 5000 матчас. Думаю, а что это, 1400 с чем-то или 2500 с чем-то? Выгоднее покупать такую. Ну, и она в два раза больше этот зарядку дает. Ну, и я, короче говоря, как бы потом думаю, а да ладно, сейчас такая цена... Она еще плюс еще по скидке она была, ну, что 2500 стоила с чем-то. А потом мне еще внезапно, я уже рассчитывала 2500 с лишним отдать. Смотрю, у меня там 2009 рублей выходит на самом деле такие. Думаю, ау, надо заказать. Думаю, а чем черт не шутит? Это, по-моему, первая вещь, которую я заказываю с Алиэкспресс, которая вот именно такая, на удачу работает или нет. Это там не какая-то запчасть для измельчителя, ну, как чаша измельчителя для... погружного блендера Redmond, который... Ой, я, блин, все, я никак его не смонтирую. Он уже года три, наверное, как у меня, я все никак не смонтирую, простите. Ну, Marmite вы недолго ждали, может, и это дождетесь. Потом, как бы, не какая-то там кувшин и малая чаша для блендера Bialomix, ну, которая как бы не техническая, я потому что стремаюсь на Али, стремалась заказывать что-то вот такое реально, как бы, технику такую. И тут внезапно оно как бы смотрело на меня, я смотрела на него, там какой-то кореец написал, о, эта фирма продается у нас, я думаю, о, корейская фирма, а потом внезапно это китайская фирма. Короче, я заказала, оно наконец-то до меня дошло, я очень-очень рада. Ну и спасибо тебе, зритель, за просмотр. Пока!